Всем привет! Вы на канале Сталевар, и сегодня новый выпуск в рубрике Велолайф. Сегодня покатаемся по Эспо, по прекрасной прибрежной дороге, посмотрим разные интересные места, поговорим. Сегодня у меня есть петличка. Урок предыдущего раза, когда очень сильный шум был от ветра, учтен. Я постараюсь сегодня, чтобы было все нормально. Начинаем в том же месте, в центре Эспо, рядом с Мэттинкюле. Надеюсь, все сегодня будет отлично. Так что поехали, покатаемся. Погнали. Сегодня мы поедем другим маршрутом, почти не касаясь предыдущего, поэтому будет интересно. Сейчас мы не поедем в сторону Хельсинки, а свернем налево и уедем в сторону, вглубь, к метро Ниитикумпу. Здесь течет река Грасаноя. Сделан такой мост под мостом для пешеходов. Вон там река. Утки. Симпатичное место. В долине реки. Здесь дорожка такая, гибрид, но очень уютненькая. Погода сегодня хорошая. Хотя уже дыхание осени слышно. Ночи стали холодными. Дожди пошли периодически. Но сегодня еще ничего. Так. Грасаноя совсем зарастает каждый год. Ее не чистят, она такая получается немножко диковатая, заросшая. Сегодня маршрут будет, наверное, километров 15-16, мне кажется. Посмотрим в конце. Здесь надо будет переехать дорогу, потому что там строят дома, идет ремонт. Вот это район Ниитикумпу. Если ехать вверх по шоссе, там будет, называется Кеха 2. Второе кольцо на север города. Оно тупиковое. По крайней мере, пока. Это такой большой кусок, такая ракада, что ли. Сейчас мы... Мы еще раз пересечем речку Грасаноя в обратную сторону. И поедем по велодорожке в сторону района Тапиола. Пока это район Ниитикумпу. Тут идет активное строительство. Современные дома вот такие вот, разноуровневые. Вот станция метро. Вот это вот разноцветная труба интересная. Кстати, светофор автоматический. Где-то стоят датчики, которые следят за пешеходами. Я только подъехал и сразу переключился. Вот здесь вход метро.
А, мы едем дальше. Одно из самых высоких зданий, кстати, в Эспо и, наверное, даже в Финляндии. Этажей, наверное, 20. Жилое. Тут торговый центр, метро, тоже выход. Вообще здесь немного зданий высоких. Ограничения в строительстве есть. По всей стране, может быть, десятка два таких зданий на всю страну. Симпатичные мостики для пешеходов. Даже если надо улицу перейти, пешеходного перехода здесь нет. О, видите? Я подъехал и сразу включился. Где-то стоят датчики. Обычно в полу. Я покажу дальше. Одно место, где точно я знаю, что есть датчики в полу, в асфальте. На движение реагируют. Вот, опять зеленый. Все хорошо. Так, ну что, насчет планов и прочего. Лето было активное, как вы видели, вышло много роликов про полеты, про полеты на вертолете. Обязательно посмотрите. Классное видео получилось в Нью-Йорке в июне. Потом было несколько роликов, в том числе шорты, про путешествия, про Португалию, про Таллин. Там какая-то была рекламная акция, и BMW дрифтил на автобусной станции. Было очень неожиданно, громко, но перформанс был мощный. Так что сейчас цикл поездок завершился, и с приходом осени очень много работы, поэтому сейчас я с путешествиями пока ставлю паузу. Очень много дел, нет времени совсем ездить. Поэтому очень, кстати, будет с вами проехаться на велосипеде по городу, продолжить рубрику «Велолайф». Так. Здесь надо перейти на другую сторону. Здесь дорожка заканчивается по этой стороне, а начинается по той. И дальше уже по этой стороне, вот здесь разлинована велодорожка, велопешеходная. И мы здесь поедем уже дальше, до самой Тапиолы. Конечно, я хотел сказать спасибо всем, кто смотрит ролики, заходит на канал, ставит лайки, подписывается. Это очень важно, поддержка, просмотры. Те, кто еще не посмотрел всех роликов, заходите, посмотрите, там много чего интересного. Я весной прикрутил такую кривую немножко монетизацию, потому что у меня не хватает подписчиков, чтобы включить полноценную монетизацию на YouTube. 1000 человек надо. А нас всего пока, друзья, 149. Хотелось бы, конечно, больше, но над этим работаем. Поэтому приглашаю позвать своих друзей, знакомых, кому интересен мой контент, присоединяйтесь. Я немножко не могу сказать, что моя физиономия лица, это что-то. Смотрите ролики.
Вот здесь начинается интересное место. Тут дорожка взаимодействует с впереди расположенными светофорами. Вот впереди вы видите на асфальте полоски. Это автоматический датчик, который, по идее, должен включиться сейчас. Вот, включился. Ребята проехали на красный, нехорошо. Не дождались чуть-чуть. И вот ответный с этой стороны, если едешь на этом светофоре. И вот следующий светофор, то же самое. Тоже датчик в асфальте для велосипедистов. Вот сейчас мы наедет, ребята, по идее, должен включиться. Сейчас глянем. Так, ребята. Вот, видишь? Ребята наехали, датчик сработал. Все работает. Мы едем дальше вверх. Так вот, я прикрутил монетизацию. Номера карточек указал для российских пользователей и для зарубежных. Они будут в описании под каждым роликом. Сейчас где-то здесь всплывет текст насчет этого. Так что если вы хотите поддержать мой канал, чтобы у меня были дополнительные средства для поездок, для путешествий, чтобы я мог выпускать чаще ролики, приглашаю. Всем заранее спасибо. Поддержка всегда важна. Тут отличный спуск. Мы в районе Тапиола. Это станция метро Тапиола. Большой торговый центр Айноа. Много жилых домов. Здесь все еще строится. Торговые центры, дома. А мы сворачиваем в сторону моря. Вот ветер об этом намекает, кстати. Я не знаю, надеюсь, микрофон внешний все-таки зачищает немножко от посторонних шумов. Здесь несколько офисов. Большие компании тут сидят. Какой ветер начался. Надеюсь, дождя не будет. Интересное место. Деревянный офис. Он не просто облицован деревом. Он имеет просто железный каркас, скелет. Но все стены и облицовка тоже, они полностью деревянные. Только основа вот бетонная, а офис деревянный. Очень классно. Вон, даже опоры деревом сделаны. Интересное решение. Новый офис. Какие-то призы выигрывал даже. Вот мы выезжаем на дорожку, по которой мы ехали в прошлый раз в Хельсинки. По ней мы сейчас немножко проедем вперед, чтобы выехать в район Вест-Энд через интересный проезд. Возвращаясь к планам, о, кстати, грибы. Возвращаясь к планам,
у меня, если получится как можно скорее, еще до сезона холодов, хочется попасть в Эстонию на остров Куресаары. Туда летает еще один маленький самолет, который еще не был в моей коллекции. Самая младшая версия самолетов АТР-72. Посмотрим, когда получится, но будет интересно. Местный перелет всегда прикольный в маленькие аэропорты. Всегда интересно. У меня все еще остается в планах. Я надеюсь, все-таки до холодного сезона попасть. Я надеюсь, в Норвегию. На фьорды. Поймать там достаточно редкий, самый маленький бомбардиер Dash 8100. Тоже будет интересно. Так, тут мы уходим с нашей трассы, которая идет вот туда, в Хельсинки. И спускаемся в туннель под трассой. А туннель всего 1,8 метра. И вот ты едешь, и есть ощущение, что ты сейчас зацепишься головой. Но на велике ты вот в самый раз, в самую тютельку. Видимо, все рассчитали. И в конце ты получаешь потрясающий вид на залив, на острова. Это район Вест-Энда. Лодки, море, там пляж, баня, вон народ купается даже, ничего себе. Сегодня вода холодная, кстати. А здесь тоже пляжик маленький. Мы вот объехали дорогу под ней. И едем сейчас в обратную сторону, но уже начинается вторая часть нашей дороги, не по городу, а по берегу. Вот здесь большой пляж, достаточно, ну, для Балтики. В наших краях особо огромных пляжей нету, зато есть вот такие вот. Тут мелко у берега, удобно, детям приятно. Песочек, переодевалки, сауна, туалет чистейший. Все как надо. Много народу. Я тут смотрел, они даже проводят регулярную проверку на бактерии воды в море. На Эшерихию Коли. Привет организаторам Олимпиады и реке Сена с ее превышениями ПДК. Здесь уровень очень маленький, здесь все хорошо, море чистое. Итак, мы въехали в район Вест-Энд. Здесь богатое привилегированное жилье, обеспеченный класс проживает. Здесь фактически нет предприятий, вон ретро-машины даже. И мы углубляемся в район Вест-Энд. Сейчас мы едем, ну, частично по улице, но так дорога расположена. Начали движение по длинной прибрежной дорожке, которая тянется от Вест-Энда аж до Кивенлахти. Порядка 18 километров. Везде стоят указатели, что это прибрежная прогулочная зона для людей, пешеходов, для велосипедистов.
здесь все частный сектор. Только в центре района есть несколько 3-4-этажных домов. Ух, какой ветер сильный поднялся-то, надо же. Этого не было утром. Тут здесь симпатично стоят дома на склонах. Скалы большой. Такими террасами спускаются участки. Вон там море. Тут находится несколько домов посольств разных стран. Саудовская Аравия, вот здесь вот посол живет. Следующий дом. Дом посла Таиланда. Вот флаг. Прекрасно. И вот здесь начинается уже полноценная прибрежная дорожка. Такие симпатичные острова маленькие. А дорожка в основном будет грунтовая. Вот этот кораблик, кстати, это речной трамвайчик, ну, морской. Он ходит по маршруту между островами. А ветер не на шутку разыгрался на море, ребята. Даже волну нагнал. Ехать очень сложно. Ветер встречный. Это вот все острова архипелага. Утром вообще никакого ветра не было. Отличная была погода. Очень симпатичное место с островами. Удивительно, второй раз еду. Второй раз ветер. Хотя ветер здесь часто относительно, но не так, чтобы попадать каждый раз. Вот тут старинная усадьба, дома и дачи. А мы сворачиваем опять к берегу. Это я не кручу педали, я просто гравитационно догоняю BMW. За счет спуска. Вот так вот. Да. Мальчик, походу, перепутал. Thank you.
лебеди. Вон они. Здесь небольшой участок идет через достаточно плотный лес. Очень симпатично сделано, дорожки освещаются. И вот значок, видите? Прибрежная полоса. То есть дорога идет здесь дальше. Можно там слева объехать, но слева там совсем пешеходная зона, там неудобно. Мы из района Вест-Энд перемещаемся в другой район, в сторону района Хаукилапти. Тут есть какой-то небольшой промежуточный район. Я, честно говоря, название не помню, там на экране появится. Тут мы уходим дальше. Вот он опять на столбе значок прибрежной дороги. Прекрасный такой лесок. Черника. Пока проехали 8 километров. И вот тут интересно, пляж для собак. Закрытая зона для прогулки с собаками. Потому что собаки не должны купаться там, где люди. Собакам здесь выделили отдельное место. Продолжаем двигаться. Не хочу людей пугать звонком, если не надо. Здесь интересное место, здесь называется пляж серфингистов. Здесь находится база фанатов серфинга. Кайтсерфинга, виндсерфинга. Потому что здесь очень всегда, если есть ветер, то он сильный. И ребята вовсю гоняют. Вон они на море. Сейчас я поближе подъеду, покажу. Вон они, виндсерферы. Раз, два, три, четыре, пять. Там дальше есть. Я видел, ребят, здесь кайтсерферов. Такой здесь пляжик хороший. Каменисто, песчаный. Симпатично. Вот они. Приблуды серферские. Вот они убирают это все. Виндсерфер. Прикольно. Так что у меня в планах получается как минимум в Эстонию на острова Наамандзунские. Вы помните, я был на острове Кярдла. Это соседний остров, там тоже аэропорт Куресаара. Потом уже, надеюсь, в Норвегию, на фьорды. А дальше как посмотрим, какие будут еще интересные места. Так, мы в районе Хаукилапти. Здесь большая база яхт и лодок и катеров. Много ресторанов. Скажем так, центр жизни. Кафешки, рестораны, мороженое. Тут шикарные яхты встречаются, конечно. Особенно, когда они выходят в море под парусами. Это вообще супер. Наша летающая тарелка. Водокачка. Наверху водокачки ресторан. Гнездо Аиста Хайкаранпёся. У меня есть ролик на эту тему, посмотрите там. Я, может быть, где-то здесь вверху экрана закреплю ссылочку. Вон здесь вторая часть яхт. Шикарных вот люди. Готовятся выйти на море, как тем более сегодня ветреный день. Для яхт, наверное, самый раз. Шикарно.
воскресенье, куча народу в ресторанах, гуляют. Вот с этими тучами пришел ветер. Немножко мешает, конечно. Яхты, катера старые. Тут даже ретро есть, вот такая вот Каролина, мне кажется, вообще старая. 70-е, может, годы, может, даже раньше. А вот тут текает, кстати, речка Грессеноя, которую мы пересекли в самом начале пару раз. Здесь ее устье. Здесь она впадает в море. Здесь рыбу ловят. Это тоже пару раз ловил. Пока ничего не нашел. Мы ее опять пересечем сейчас. Она такая симпатичная. Пойма, устье такое заросшее. А мы идем дальше. Симпатичные места, симпатичные мостики. Такой вот кривой мостик. Очень симпатичная, заливчик такой маленький сделан. Мы продолжаем. Вот этот кусок дорожки зимой не обслуживают. Тут все время очень льдисто и скользко. Вот мы объехали весь залив, всю гавань шикарных яхт. Обалдеть. И продолжаем двигаться. Вон, ребята выходят в море. Сейчас из района Хаукилахти мы двигаемся в сторону моего района Мятинкюля и дальше до Нуаттаниеми. Такие симпатичные места. Много народу катается. Местами вот так вот скалы оставлены вместо дорожки. Место, открытое море, там видно уже в сторону Эстонии. Здесь вот старинная усадьба. Ее домик, сауна и прекрасная тут скамеечка. На ней классно посидеть здесь, на высокой скале. А мы продолжаем. Вдоль берега очень зеленая дорожка, здесь ветра гораздо меньше. Хотел сказать, что в связи с
проблемами с YouTube в России, конечно, просмотры упали. Канал, конечно, да и не только мой, любой канал, которому ориентируется на Россию, сильно страдает. Здесь интересная скала торчит, сейчас покажу. Вот я вот так вот через верх. Вот Матентюрский пляж большой. Но Каланский маяк, мы сейчас мимо проедем. Вот, так что страдают коллеги-блогеры. Страдают все каналы, ориентированные на русскоговорящее население, живущие в России. За пределами все-таки, слава богу, все нормально. Надеюсь, это скоро закончится, и все смогут посмотреть на канале ролики без проблем, без выкрутасов, VPN-ов, всяких goodbye DPI-ов, которые активно люди используют, и прочих приблуд. Я, конечно, не перестану выпускать ролики в тех же форматах. Вообще, надо же пропустить изначально. Также буду продолжать делать ролики, стараться, надеяться на лучшее. Так что ваши лайки, просмотры очень важны и мне, и другим поддержать. Ух, сколько сегодня народу на пляже. Тут вам и волейбол, и шашлыки, и купаются. Хотя вода холодная. Уже все. Сезон купания закончился. Мы в этом году купались, конечно, но больше в озере. Озера здесь лучше прогреваются. Это вот Матентюрский пляж. А мы едем дальше. Здесь прибрежные, вот здесь сауны на берегу. Люди в любое время года, натурально в любое. И в Новый год тоже. Из саун выходят на пирс и окунаются в море. Холодно смотреть даже на них. Смельчаки, моржи. Очень популярная тема в Финляндии. Зимняя сауна с купанием в море или в озере. А мы движемся дальше. Сегодня много народу на дорожке. Драка кого-то с кем-то, звери какие-то. Здесь еще одна марина с яхтами, вон там красивая лодка деревянная, пришвартована к буйку посреди моря, шикарная вообще, что-то в ретро стиле лодки Тура Хейердала, я не знаю. Мы активно приближаемся к району Нуоттаниеми. Он такой, получается, выдается в море мысом. И там я обычно сворачиваю обратно к себе. Мы так и поступим. Одиннадцать с половиной километров. Вон какой дом шикарный. Старинный, деревянный. Thank you.
Вот и ветрило. Тут интересно, тут остров очень близко к берегу. И мелко. Народ зимой просто переходит, если надо, и все. По льду. Вон тут буквально сколько? Метров 15 до острова. Но тем не менее остров. Вот там остров интересный, там большие дома стоят. Остров небольшой, но дома большие. Ветерок, конечно, знатный. Ничего не скажешь. Скоро будет интересное место. Там высокие скалы здесь. Еще одна марина, а вот здесь вот сделан красивый парк. Зеленый, со скамеечками. Я бы сказал, даже лежаками. А туча небольшая, так. Кусочек, но ветер принесла. Вон такая рекреация, народ отдыхает. Березки карликовые. Вот здесь дорожка прибрежная скоро закончится, и люди должны будут объезжать через город. Пока она все еще здесь идет. Вот значок. Ну, кусочек остался маленький. Местами все-таки дорожка прерывается на асфальтовые дороги. Ну, потому что нельзя, местами просто физически нельзя провести. Но все равно это классно. Все еще продолжаются острова, марины. И вот тут самое жесткое испытание вот этой вот этого моего маршрута. Я должен заранее переключиться, потому что нас ждет очень жесткая горка. Тем более она грунтовая. Приходится вкручиваться по-серьезному. Фух. Да, подъемчик знатный. Хоть не длинный, все равно. Вот теперь все. Вон вид на электростанцию. Это как-нибудь в другой раз. Это большой маршрут там, в ту сторону где-то 25-28 километров. Фух. Вот этот район Нотта-Ними. Тоже симпатичный. Здесь вообще нет многоквартирных, многоэтажных домов. Все частный сектор. Максимум таунхаусы. Зато после любой горки будет спуск. И наоборот.
награда за труды. Кручу, кручу педали, кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Такие интересные таунхаусы на ножках. Что-то из 70-х, мне кажется. Занятно. Обычно я здесь еду налево и дальше делаю большой круг. Но там дальше дорожка неинтересная. Обсуждать особо нечего. Поэтому мы сейчас сократим и поедем насквозь через парк. Кстати, в парке в этом бывают олени и косули. Я лично видел. Здесь большая спортивная площадка. Ну как спортивная, так. Ядро небольшое. Вот течет большой ручей. Сейчас мы его увидим. Вот там слева внизу. Вот там вот ручей течет. Через него переброшены мостики. Очень симпатичные здесь. Фотографироваться класс. Вот, например, березовый мостик. Шикарный же. Ручей какой-то пересохший. По весне он обычно бурный такой, крупный. Сейчас подсох. Еще мостик. И еще мостик. Вот здесь уже мы из частного сектора переходим уже в многоэтажные дома. Это уже район Мэттенхюля опять начался. Мы вернулись к нему как бы. Я обычно, если укороченный маршрут делаю, еду вот оттуда. Там огромная горка. Вон она поднимается. И поэтому здесь еду очень быстро. Но сегодня мы приехали по-другому, поэтому без всякой кинетической энергии приходится забираться вот на этот холмик. Небольшой подъемчик. Углубляясь в Мэттенхюля в сторону дома. Здесь старая часть района. Очень зелено и уютно. Дома из 60-х годов, 70-х. На реставрации красят. Старые продуктовые, прямо как из нашего детства. Из Союза. Такие же кирпичные. Очень похоже. А везде был дизайн примерно один и тот же. 60-е годы. Впереди такая горочка, неприятный тягун. Поэтому сейчас можно немножко отдохнуть. Вот тут детскую площадку чинят. Меняют, прекрасно. Вон, в декабре закончится. И понеслась наверх. Тягун. В прошлый раз я где-то здесь зайца увидел. Прямо на дорожке. Так. Мы в самом центре Мэттенхюля. Сейчас выйдем на дорожку большую.
Вот тут я в тот раз столкнулся с зайцем прям в упор. В один из прошлых разов. И вот мы выезжаем на большую улицу. Вот здесь тоже один из немногих многоэтажных домов. Даже 16-17. Обычно вот больше не строят. Это новый дом. Тут метро Мятинкуля. Вот там впереди маленькое здание, это бассейн. С геотермальным подогревом, на секундочку. Частично подогревается геотермальной энергией. Вот так вот. Тоже такой деревянного дизайна. Это из Омина. Большой торговый центр, метро, конечная автобусов. Вот внизу вон выехал автобус. Самый-самый центр Мятинкуля и один из центров Эспо. Наряду с Тапиолой, Эспо с Кескусом, Эспон Кескусом, Соукой, Ляпиварой. Вот здесь метро. Вот вход. Тут большая база велосипедов и самокатов. Наверху развязка, а здесь дорожку сделали. И вот она дорожка, мы возвращаемся на большую дорогу, которая идет до Хельсинки. Она здесь вообще отделена от дороги. Очень классно сделано. Если вы помните один из моих первых шорцев, вот здесь я лису встретил. Вот так вот здесь она бежала, лиса. Гляньте там по ссылке, я кину. Прям видите, как в центре города можно встретить животных. Ну, здесь зайцы постоянно встречаются. Здесь вот поляна для пикников. Народ постоянно лежит, загорает. Хорошую погоду. С половиной километров, отлично. Мини-гольф делают. Этот луг здесь специально не косят. Тут есть объявление о том, что для поддержания биобаланса животных, птиц и насекомых эту часть луга не косят, чтобы у них было что есть. Очень мило, знаете ли. Так, мы приближаемся к финишу. Так. Тут большая развязка. О, Ламборгини. Прекрасно. Тут большая шведская школа. И училище даже. Вот она какая огромная. Все это корпуса. Начальная, средняя, старшая. Уже high school, даже и училище. Колледж, в смысле, конечно, по-местному. Шведский, шведскоговорящий. Вот мы там начинаем наверху на мостике. Все наше путешествие. Вот мы сделали огромный крюк внутри города.
Так что мы его здесь замкнем. Ровно 16 километров. Так что 16 километров. Отличный круг. Там дальше я закреплю скриншот своего датчика, как это все выглядит. Отличная поездочка, небольшая, очень приятная. Если бы еще ветер такой сильный не был на побережье, было бы, наверное, даже лучше. Но зато погода хорошая. Надеюсь, вам понравилось велопутешествие номер 2. Если зайдет, мы продолжим дальше, поедем в другую сторону, посмотрим, я бы сказал, западную часть Эспо. Там густые леса, там точно очень часто встречаются олени и косули. Надеюсь, мы их встретим. Вот, там тоже очень красивые места есть, скалы, побережье. Так что оставайтесь со мной на канале, ставьте лайки, комментируйте, как вам поездки, нравится ли природа и рассказы. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Увидимся в новых роликах. Всем пока!